Готовность 56%. К началу августа на 5 корпусах новой школы Армавира на 1100 мест возвели несущие конструкции. На первом этаже завершили кладку кирпичных стен и начали работы на втором. Строительство лично контролирует глава города Андрей Харченко, который оценил текущий этап работ. Один из главных вопросов – подключение школы к городским коммуникациям. Грубо говоря, вы через 10 дней начнете работу. Ну, где-то. Запишем. Так, и до конца октября вы 1000% построите. Ну, да, зависит от погоды. Тогда просьба, чтобы на персональном личном контроле. Андрей Ильич, этот объект и так на личном контроле. Наружные сети водопровода, канализации и теплотрассы уже готовы на 95%. Электроэнергия и учебное заведение будет обеспечивать собственная подстанция за пределами школы, которую подсоединят к двум источникам питания – основному и резервному. Подключение проводится в три этапа. Первое – это кабель копать, самое долгое, которое выходит. Второе – мы должны получить, заказали БКТП, блочную подстанцию двух трансформаторов сюда. И в существующей подстанции у нас должны стать ячейки. Тоже позиция заказная, заказывается на завод. Параллельно идут работы на первом этаже здания. Кроме основных коммуникаций, строители возводят системы кондиционирования и вентиляции. В классах, коридорах и трех спортзалах залиты полы, штукатурят стены, укладывают кафель. Продолжается благоустройство внутреннего двора. На 80% готовы уличные спортивные объекты. Среди них баскетбольная площадка, футбольное поле, дорожки для бега на 100 метров и прыжку в длину. Строительство ведут согласно плану и планируют завершить в срок до конца этого года. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.